Сколько в мире известно однозначных чисел? Однозначно 9. Кстати, числа имеют тот вид, в котором мы их знаем, потому что каждое число отображает количество углов. У единицы один угол, у двойки два угла, у тройки три и так далее. Современная наука и математика сегодня учат тому, что числа арифметически не могут объяснить геометрию. Марко Родин обнаружил, что это не так. Он обнаружил, что числа и есть геометрия. Числа не моделируют, они и есть модель. Вся торсионная математика основывается только на этих 9 числах. Любое число после 9 никогда не будет иметь какой-то качественно новый образ, отличающийся от базовых 9. Другими словами, числа, которые идут после 9, повторяют какое-то из первичных 9 чисел. Например, 21 состоит из двойки и единицы, а в сумме они дают 3. Поэтому в числе 21 нет ни одного значения, которое бы не входило в базовые 9 чисел. Любое число, превышающее 9, мы приводим к однозначному, и полученный результат называется числовым корнем. Например, 144. 1 плюс 4 плюс 4 равно 9. 9 – это числовой корень 144. После зачатия с одной единственной клеточки запустился процесс развития вашего явьего физического тела. Эта клеточка стала делиться и в то же время приумножаться, дублируя себя. В следующей последовательности. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096 и так далее. Так начинается жизнь в явном мире для всех нас. По бинарному двоичному ряду созданы все компьютерные технологии и карты памяти. Для того, чтобы нам проникнуть вглубь и суть тайного знания, необходимо свести все двузначные числа в этом ряде к числовому корню. 1, 2, 4, 8 уже однозначные и остаются как есть. 16 в сумме двух чисел дает 7, 32 в сумме дает 5, 64 в сумме дает 10 и 10 в сумме 1. 128 в сумме 2, 256 – это 4, 512 – это 8, 1024 – это 7, 2048 – это 5, 4096 – это 1. Выстраиваем в ряд числа, которые у нас получились. 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1 и так далее. Теперь мы ясно наблюдаем повторяющуюся последовательность из чисел 1, 2, 4, 8, 7, 5. Никола Тесла сказал: «Если бы вы только знали великолепие чисел 3, 6 и 9, вы бы владели ключом ко Вселенной». Но в данной модели нет ни тройки, ни шестерки, ни девятки. Где же они? Первое, что бросается в глаза, это то, что всего в этой последовательности 6 чисел. 6 углов формируют число 6. Шестиугольники всюду вокруг нас в природе. Пчелиные соты, снежинки, молекулярные решетки. К слову, как еще образуется шестигранник? Есть такое понятие, как хорды. Хорды могут быть подлиннее и покороче, но если их длина равняется радиусу окружности, то на окружности идеально помещается только 6 таких хорд. Таким образом, появляется 6 равносторонних треугольников. Каждый угол равен 60 градусам. Вернемся к нашей модели 1, 2, 4, 8, 7, 5. И пока что расположим эти числа вокруг шестигранника. Как вы помните, ранее мы остановились на числе 4096, которое при сложении всех его чисел возвращает нас к единице. И так до бесконечности. Сколько бы вы ни дублировали все последующие многозначные числа, они бесконечно будут приводить вас к одной и той же модели из 6 чисел 1, 2, 4, 8, 7, 5. То же самое происходит при делении. 1 делим на 2 равно 0,5. 0,5 равно 5. 0,5 делим на 2 равно 0,25, 2,5 равно 7. 0,25 делим на 2 равно 0,125 тысячных, 1 плюс 2 плюс 5 равно 8. 0,125 тысячных делим на 2 равно 0,625 десятитысячных. Числа в сумме дают 4. 0,625 десятитысячных делим на 2 равно 0,3125 стотысячных, что сводится к двойке. И так до бесконечности. Деление, как и умножение, снова и снова воспроизводит одну и ту же модель из чисел 1, 2, 4, 8, 7, 5. Но где же в этой модели таинственные тройка, шестерка и девятка, которые, по заявлению Никола Теслы, являются ключом ко Вселенной? Непосредственно в этой модели их нет. Они пронизывают эту модель. 1 плюс 2 равно 3. 2 плюс 4 равно 6. 4 плюс 8 равно 12, но 12, как вы помните, это 3. 8 и 7 – это 15, а 15 – это 6. 7 и 5 – 12, и 12 – это снова 3. И так до бесконечности. 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6. Где же 9? 9 – везде. 9 – вездесущий дух, вездесущий эфир. 6 чисел модели
1, 2, 4, 8, 7, 5 в сумме дают 9. Противоположные числа этой последовательности дают в сумме 9. 1 и 8 – 9, 2 и 7 – 9, 4 и 5 – 9 и 6 плюс 3, конечно же, 9. 9 отсутствует и присутствует одновременно. 9 – это оси всего. 9 олицетворяет само совершенство, в то время как 6 олицетворяет положительный заряд, мужскую силу, ян. 3 олицетворяет отрицательный заряд, женскую силу, инь. В целостности же 3 и 6 есть суть магнетизма. В действительности двоичного кода не существует. Двоичный код лишь показывает, что все основано на троичности, триединстве. И это только начало. Дальше еще интереснее.